сутки, да, тоже там лежит это в печи, перегорает. И вытаскивают через сутки это все. По-простому раньше толкли все это дело, мельчили ее. И перед Пасху несли освящать. И она считалась как целебная соль. Я с детства ее на ей воспитан, и у нас она никогда не переводилась на столе, потому что сначала мать пережигала, а потом уже вот где-то с 2000-х я начал пережигать. У нас все в семье, родственники, все это, без этого никак нельзя. Я на ей вырос, кусочек хлеба возьмешь в детстве, посолишь черной солью, маслом помажешь подсолнечным и вперед. Она не остается в организме, потому что там минимум натрия, который накапливается в суставах везде. А здесь больше калий. Вот. Поэтому знаю людей, которые с больными почками. У нас брали эту соль, сами приходили просто здесь и покупали. Потому что эту соль едят они без ограничения. Белую соль им здесь нельзя. Туристы интересуются ей и увозят себе, и на подарок. У нас также есть большие упаковки, если кому-то нужно на большую семью, полкило упаковочка. Если семья не очень большая, такая 140 грамм солонка, можно использовать дома. Можно брать с собой на пикник в лес, посыпать печеную картошку. Тоже очень вкусно. У многих дома так и стоит. Одна солонка с белой солью, а другая с черной.